То, что идею с йога-практиками можно трактовать по-разному, сегодня никого не удивишь. Пример тому – проект «Йогиня в бикини». За 2 месяца 47 выбранных на кастинге девушек должны посещать занятия, соблюдать предписания по питанию и жить в гармонии с самой собой. Главный критерий был – это желание. То есть мы не отслеживали ни по возрасту, ни по каким-то там внешним характеристикам. Главное – желание. Мы отслеживаем, чтобы девушки посещали занятия, и из проекта можно выпасть, потому что в финал проходит только 15 участниц. Но при этом мы предоставляем свободный выбор, потому что каждый сам несет ответственность. Мы никого, естественно, не заставляем отказываться от мяса, потому что тоже у людей впечатление о йоге – это отказ от мяса. Есть рекомендация – это убрать всю синтетическую пищу, то есть чипсы, газировки, но это не нужно. Наладить отношения с питьевым режимом, больше фруктов, больше овощей, ну и позитивно мыслить. Финал проекта пройдет на фестивале Organic Nation с 1 по 3 июня. 2 июня мы будем выбирать одну победительницу из 15. У нас будет жюри из Индии, из Москвы, из других городов России. Главный приз «Йогиня в бикини» – поездка в Индию. Но даже само участие в проекте подарит много экзотических впечатлений ее участницам. Как, например, эта практика стояния на гвоздях. На самом деле у всех девочек свои какие-то цели в этом проекте. Кто-то пришел там найти единение там, с души и тела, кто-то похудеть, может быть, решил, кто-то там познакомиться и так далее. Мне нравится общение, мне нравится осознанное питание, в которое мы все постепенно вливаемся, в правильное питание, в правильные мысли, образ жизни и так далее. Я не тянулась никогда в жизни своей, и кто-то гибкий от природы, ну, я вот не из этих людей, то есть мне приходится все-таки над собой работать, и иногда, да, больно, и девочки говорят, дыши, 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 я дышу, и вроде, ну, потихонечку это получается. Моя первая поездка в Индию, она была очень для меня знаменательной, очень решающие в жизни, меняющие приоритеты все. Вот, я сразу подумала, что вторая поездка была бы тоже, наверное, очень приятным бонусом. Вот, поэтому я решила участвовать в проекте. Но не только поэтому, потому что это интересно, это какое-то движение, всегда какие-то новые эмоции. Вот сегодня гвозди. Для меня это тоже большой шаг вперед. Фестиваль Organic Nation – одно из главных мероприятий, популяризирующих йогу в нашем регионе. К традиционным лекциям, мастер-классам теперь прибавится этот красивый во всех смыслах финал конкурса «Йогиня в бикини», который мы непременно осветим в нашей программе.